Жители ЖК «Малая Павлина» недовольны строительством автомойки в их доме. Люди боятся, что такая деятельность по соседству перегрузит и без того неисправную канализацию. Администрация Люберец выдала предписание прекратить строительство. Однако, по словам жильцов, собственник на это никак не отреагировал. В жилом комплексе «Малая Павлина» 18 корпусов. В одном из них, на первом этаже, собственник начал перепланировку помещения под автомойку. Хоть это и не жилое здание, жильцы оказались против такого строительства. Живу прямо рядом вот с этой мойкой через стенку. Все это, конечно, нас не устраивает. Мы против мойки. Изначально наш поселок построен с нарушениями. Вот то есть так. Наша канализация просто не справляется даже с нашими 17 корпусами. Да. Если сейчас будет еще сливать туда мойка, мы просто здесь погрязнем вот в этих отходах, которые постоянно у нас заливается 4, 6, 8 корпус. В подвалах стоит по колено вода. В декабре жители обратились с жалобой в администрацию Люберец, а также попытались связаться с собственником помещения. Собственника мы не увидели, мы его приглашали. Мы собрали более 100 подписей в протест того, чтобы эта мойка не строилась. Вот вплоть до того, что мы обратились в администрацию, и вот администрация хотя бы подействовала на то, чтобы убрали мусор. Но строительство мойки продолжается вести. Администрацией было выписано предписание, в котором собственника призвали немедленно приостановить ремонтно-строительные работы и привести помещение в прежнее состояние. Также ситуация находится на контроле у Госсадмтехнадзора. За данное правонарушение, а именно оно выразилось в том, что проведение работ без соответствующего разрешения выдано органу местного самоуправления. Производитель работ был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 6.9. Однако пока собственник не спешит выполнять требования властей. Ну а жители обращаются в различные инстанции и ждут разрешения своей проблемы. Даниил Михайлов, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.